Обучение детей правилам безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач дошкольного образования. В нашем ДОУ ведется повседневная работа с детьми по формированию представлений о важности соблюдения правил дорожного движения. Проведение профилактических акций по ПДД помогает на практике обучить дошколят навыкам безопасного поведения на дороге. Так, в 2023 году команда «Юпит Сигнал» приняла участие в акциях «Красный, желтый, зеленый», «Юпит в едином строю с ЮИТ», «Зимним дорогам безопасное движение», «Лучшему водителю моему родителю», «Возьми ребенка за руку» и другие. В преддверии празднования Дня Победы команда «Юпит Сигнал» была проведена акция «С днем Великой Победы, автомобилист». Ребята поздравили автомобилистов с предстоящим праздником, вручили георгиевские ленточки, а также памятки, по которым автомобилисты познакомились с техникой военных лет. Одним из ведущих условий формирования у дошкольников культуры поведения на дорогах является взаимодействие ДОУ с сетевыми партнерами. Детский сад тесно сотрудничает с МБО ОСОШ номер 1 командой ЮИТ «Светофор». Юпидовцы познакомились с пропагандой агитбригады, посвященной 50-летию образования отрядов ЮИТ. Также с командой ЮИТ «Светофор» приняли участие в акции «Юпит в едином строю с ЮИТ», где закрепили знания по ПДД. Каждый год отряд «Юпит Сигнал» поздравляет сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Юпидовцы готовятся заранее, разучивают стихи, готовят сувениры своими руками, а сотрудники ГИБДД в свою очередь проводят для ребят экскурсию. Детский сад тесно сотрудничает с Центральной районной библиотекой, где для детей проводят тематические мероприятия. В 2023 году детский сад посетила театральная студия «Енот», где ребята увидели постановку «Заколдованные знаки». Приоритетной целью ДОУ является создание условий и внедрение современных инновационных образовательных технологий. Мы используем мультипликацию. В 2023 году ребята создали два мультфильма «Смешарики в стране ПДД» и «Знакомство Мишки-Шалунишки с пешеходным переходом». Комиссия за безопасность движения принимает участие во всех мероприятиях и конкурсах, проводимых в ДОУ по ПДД. Это помощь в разработке сценариев, атрибутов, непосредственное участие в мероприятиях, отработке практических навыков безопасному поведению на дорогах дошкольников и их родителями. Команда «Юпит Сигнал» увлечена подготовкой к конкурсу «Юпит плюс ЮИТ вместе за безопасные дороги». Ребята совершенствуют знания правил дорожного движения, обучаются безопасному поведению на дороге, дисциплинированности на улицах, дорогах и в транспорте. Ходит нас.